заметок. То вы сами видели, что не получилось. И хорошо, что сыграли ничью. Ребята с красными карточками подставили немного команду. В общем. Ну я бы об этом не говорил. То есть надо посмотреть там повтор. Я, честно, и не видел, что там судья прав, не прав. То есть, не знаю. Ну, по крайней мере, ну, Бешикташ в итоге выиграл и уже не имело значения, как мы сыграем. Не, но все равно. Не, но все равно. То есть была задача перед матчем играть 4 мяча разницы. То есть и так что несмотря на Бешикташ, что как они сыграют, как. То есть хотели выиграть 4-0, я думаю, были близки к этому. Ну, команда показали открытый футбол, болельщики увидели 6,6 забитых мячей. Это можно считать положительным моментом? Ну, не, я бы не сказал. Если бы было 4-0, я думаю, что бы они больше получили удовольствие, чем видели 6 мячей, а закончили ничью. Так что спасибо им еще раз, что пришли на футбол и что нас поддерживали. Это был последний матч на «Динамо». С Нового года команда переезжает на Олимпийский. Будете скучать за стадионом? Ну да, потому что привыкли уже играть здесь. Да, и да. Я буду скучать, то есть не знаю, остальные, но, наверное, все будем скучать за этим стадионом. Сегодня был последний матч, уже решили, где будете проводить отпуск? Да я в Киеве останусь. То есть. Ну никуда не будете уезжать? Даже домой в Сербии? На 3 дня только и все.